хозяева. А почему вы не побрились, кстати, к сегодняшнему концерту? Потому что у нас такое второе деление клевое. Я вот, между прочим, сбрил свои жиденькие усы. Почему вы не сделали это со своими жиденькими щеками? Сейчас я чихать хочу, сейчас. Поменяй мое мнение по этому поводу. Я подчеркнул свои усы. Подчеркнул? Да, более... Двумя линиями? Хорошо, ты правей. Потемнее их сделал, чтобы повзрослее выглядеть. Как они это делают, я не понимаю. Начинаем уже. У нас добрая песня сейчас. Опять. Вот послушай. В ту ночь Иосиф ангел услышал: будем одеться в эти осла. Близка беда, предсказаны свыше. Царь и страхи, и открыт для зла. А где правитель с небом не согласен? Где он дрожит за свой кровавый трон? Любой младенец Иродом опасен, и потому-то должен быть казнен. Слава Богу, слава Богу.